10 дней им дали аграриям Омской области на уборку урожая, иначе он может погибнуть от первых серьезных заморозков. Сейчас уже собрано более 2,5 миллионов тонн зерна, это 75% от общего объема. В прошлом году, к середине сентября, было собрано на 1 миллион тонн меньше. По словам специалистов, омское зерно пользуется спросом, около 40 хозяйств готовы отправить его на экспорт в Китай. Осталось лишь решить вопрос с ценой. Впрочем, пока сельхозпроизводители готовы реализовывать продукты на российском рынке. Вот сейчас вот выгодно реализовать действительно в интеграционный фонд зерно, потому что мы знаем, что сезонно цены в осенний период, они значительно падают. Сейчас по достойным ценам реализуют зерно благодаря поддержке государству. Все-таки 10 900 – это хорошая цена зерна. Хотя буквально две недели назад трейдеры предлагали зерно купить в пределах 7 000 рублей. Вот она, реальная поддержка государства.